Советского информбюро. 29 марта войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали успешные бои в городе Гданьске и Данциге. Немцы засели в укрепленных зданиях и оказывают упорное сопротивление. Советские штурмовые отряды преодолевают баррикады на улицах и подавляют вражеские узлы сопротивления. Вся центральная часть города очищена от немецких войск. Места боев завалены трупами гитлеровцев. За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 78 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника.